Ну, я считаю, что игра была ничейная. Такая без особых моментов. В первом тайме создал Амкар моменты, во втором тайме создали мы моменты, но не забили. К сожалению, для нас они забили один стандарт. Так еще вопрос. Несколько протестовали против засчитанного гола. В чем причина? Ну, нам показалось, что было нарушение. Там игрок Амкара толкал нашего защитника. А когда удалили футболиста Амкара, и вы практически весь второй тайм играли в большинстве, почему не получилось добить, что называется? Ну, честно говоря, не знаю. Это наша беда уже давняя. Не можем мы забить, не получается почему-то. Да, вроде и в большинстве играли, и моменты создавали, и острота была, но не идет мяч в ворот, такое бывает. Спасибо большое. Спасибо.